So glad to see you all. Для меня действительно всегда радость видеть вас. It's such a joy for me always to see you. Радость приходить в дом Господень. У кого радость приходить в дом joy Господень? To come to the house of the Lord. Who is Я думаю, вся церковь у нас рада, правда? Every church is happy to come Для to нас действительно это праздник. It's a celebration for us. Я думаю, что все вы так же, как и я, ждем воскресенья. I believe we all looking forward like me, looking forward to Sunday. Хотя по милости Божьей мы почти всю неделю видим друг друга. Well, thanks to God, we see each other the whole week. Но воскресенье — это особенный день. But Sunday is a special day. Как-то он чувствуется празднично. We feel it as a celebration. Поэтому я всегда рада вас видеть. Слава Богу за I'm вас. I'm always glad to see you. Praise the Lord for you. И сегодня мне хочется поговорить о любви. Today I would like to talk about love. Божьей. God's love. Но хочется поменять стереотип, понятие вот этой любви, понимаете, у нас. Change the stereotype of understanding of God's love in us. Потому что у каждого он складывается по-своему. Everybody seems a different way. И в основном человек, конечно, человечество даже воспринимает любовь не так, какая она истинно есть. And predominantly mankind do not accept God's love as true as it is. Из-за этого бывают обиды. And people are offended. Непонимание. Have misunderstanding. На Бога обиды. Offended by God. Из-за этого даже Бога называют жестоким. People call God be cruel God. А он всегда любовь. He is always love. И все, что он делает, всегда от любви. And all that he does always comes from love. Просто любовь надо понять, что такое. We just need to understand what love is. Вы знаете, самое, наверное, ключевое слово — любовь не ищет своего. The key word love does not seek its own. А раз она не ищет своего, значит, она ищет пользы другому. If it does not seek its own, it seeks to benefit someone else. А раз она ищет пользы другому, то человек, который не понимает, что это польза для него, обижается. And if the person doesn't understand what's benefiting him, person will feel offended. Вот я хочу с вами разобрать. I would like to study this. Вы знаете такое место, 1 Иоанна 4:17 есть? 1 John 4, verse 17, the scripture says. Еще раз повторюсь, вы знаете, что это апостол любви, он очень много говорит о любви. John is apostle of love, he speaks a lot about love. И он говорит, любовь до того совершенства достигает в нас, love has been perfected among us in this. Что мы имеем дерзновение в день суда. That we may have boldness in the day of judgment. Потому что поступаем в мире сём, как он. Because as he is, so we are in this world. Вы знаете, можно с одной стороны сказать, что любовь в нас совершенствуется. You can say that love has been perfected in us. Но я хочу сказать, если любовь имеется в виду не наша, а Божья, but if it's God's love, то она уже совершенна, правда? It's already perfect, right? Хотя мы в ней совершенствуемся. We have been perfected in it. И здесь, в этом месте, именно это и говорится. Любовь до того совершенства достигает в нас. And that's what it says. Love has been perfected among us. Когда Бог нас принимает к себе, Он дает нам частичку своей любви. When Lord accepts us into Him, He gives us a small particle of His love. Потому в основном верующие все, кого не спросишь, говорят, да, у нас есть любовь. Я верю, правда. If you ask believers, Christians, they say, yes, we have love. Yeah, I believe that. Все получили любовь. Everyone received love. Но в любви надо совершенствоваться. Любовь делает нас совершенными. Love perfects us, and we need to be perfected in love. Без любви мы никогда не станем совершенными. Никогда. Without love, we will never become perfect. Если вы не будете пользоваться любовью, так буду выражаться. I'll express it that way. If you do not use love, если не будете прислушиваться к любви, if you do not, Божьей, listen to God's love, если не будете изучать, какая она, if you do not study what it is, никогда не станете совершенными. You will never become perfect. Только Божья любовь будет вести вас к Only God's love would lead you to perfection. И она настолько вас приблизит к совершенству. It will bring you so close to perfection. А это означает, что и поступки будут у вас совершенны, и мысли совершенны, Your actions and your thoughts, your deeds will be perfect. Что вы будете иметь дерзновение в день суда. That you will have boldness in the day of judgment. Никогда не скажете, ну кто его знает, спасен я или нет. You will never know, am I saved, am I not? Никогда не будет у вас страха, а вдруг я туда приду, а Бог скажет, все, извини, плохо прожил. You will never have a fear coming to the judgment day thinking, maybe I did not live my life good enough. Вы знаете, любовь будет свидетельствовать вам. Love bear witness Внутри вас будет свидетельствовать, bear witness inside что of you. Все в порядке. All is good. Потому что вы поступаете по любви. Because you are following love. Потому что вы живете по любви. You live according to Потому love. Что все, что вы делаете, это любовь. Because all that you do is love. Но только сейчас мы разберем, что же такое любовь. So what is love? Вы знаете, что в основном человечество понимает, что любовь – это вот ощущение. Mankind predominantly think that love is feelings. А я согласна, что у любви есть ощущения. And the senses and love has feelings. Я сама их очень люблю. I love them. Я люблю чувства любви. Like sensations of love. Я очень люблю их. I love them. Но это только лишь и есть любовь.
Как вы думаете? The love, the whole love? Бывает посещение. There is a visitation. Дух сошел любви. Holy Spirit ascended. И вот это посещение, блаженство. The feeling of bliss. Мы ощущаем себя в любви. We feel that we're in love. Божье, конечно. In God's love, такое умиление, правда? With such a tenderness of His presence. И когда Он посещает нас, мы любим весь мир, мы хотим поклоняться, танцевать, правда же? And we visit us, we want to worship, we want to praise, we want to love the whole world. Ощущение любви нас кружит. The feeling of love surrounds us. Это возвышенные чувства. This is high feelings. Желаем поклоняться. We desire to worship. Это прекрасное посещение любви. It's wonderful visitation of love. Но ощущение любви – это еще не сама любовь. But feelings of love is not love Потому itself. Потому что когда дух отходит, можно сказать, отходит. We can say вот это посещение ушло. The visitation is finished. Что остается? What remains? Вот вопрос. That's the question. А что остается в тебе? What remains остается in you? В тебе любви, любовь или пустота? Is it love remains in you or emptiness? Бог, Он есть любовь. God is love. У Него не может быть посещения, не посещения. You cannot have visitations or not. Ой, у Него хорошее настроение сегодня у Бога. Скорее бежим к Нему просить. He has a good mood, so we run to Him to ask for things. Такое бывает. Does it happen? Только у нас такое бывает. We may have that. Он не полон, как сказать, вот чувства сегодня у него есть, завтра у него нет чувств. It's not like he has good feelings one day and bad feelings the other day. Он постоянный. He is consistent. Как он мне сказал, я постоянная величина. He is constant. И действительно, он постоянный. He is constant. Он постоянно любит. He constantly loves. И если он, это сущность, любовь, and if his essence is love, то все его поступки, услышьте меня, все его поступки имеют корень любовь. All of his actions have the root is love. Имеют основание любовь. The foundation of them is love. Но мы этого не всегда видим. But we do not always Нам see кажется, that. Как это может быть любовью? Боже мой, такое творится. We think, how is it possible? What's going on? Is it love? Но это любовь. It is love. Если это не совершится, if that is not done, земля погибнет. The earth Если will die. Это не искоренится, человек погибнет. If this is not uprooted, the mankind will die. Но это же больно. But it's painful. У нас искореняют что-то. What is uprooted from us? Нас наказывают. Это же больно. We've been punished. It's painful. Но любовь Бога всегда лежит в основании всех Его решений. But God's love is always in the foundation of all of His decisions. Если вы верите, что Бог любовь, вы должны верить в это. If you believe that God is love, you must believe this. Но как узнает человек любовь? But how can we recognize love? Только по чувствам. Only for feelings. И по любезным словам. And kind words. Вот в чем большая ошибка человека. And this is mankind's big mistake. Подошли к тебе с любезными словами. Ой, полон любви. People come to you with kind words. Oh, they're full of love. А что в сердце у человека? What's in the heart? С какой целью он подошел с любезными словами? Ты задумался? Why did they come to you with kind words? Ты заглянул туда, в середину? Have you looked into the heart? А если человек подошел к тебе серьезным словом, ой, нету любви у этого человека. Person came to you with a serious word, you say you don't have love. А я хочу показать вам нашего драгоценного Иисуса. I want to show you our precious Jesus. Кто из вас может поднять руку и сказать, у Иисуса не было любви? Who can raise the hand and say Есть Jesus had not love? Нету. Is there anyone Все like this? Знаете, что Иисус это любовь Божья. You all know that Jesus is the love of God. А когда он пришел, все ли ощутили любовь? But when he came, did everyone feel love? Вот почему-то апостолы сказали, что они узнали, что это любовь, и уверовали. People, the apostles said they believed, they saw the love and recognized and believed in it. Почему поверили? Why did they believe? По делам. Because of the actions. Но не по словам. Not by the words. По делам. Actions. А слова у Иисуса были, ох, какие режущие. And the words that Jesus was saying were very cut-through words. Как сказано, что это меч обоюдоострый. It says it's a double-edged sword. Любовь, оказывается, это меч обоюдоострый. Love is a double-edged sword. Она отрубает It cuts. Все, что нечисто. All that is unclean. Все, что негодное. All that is not good. Оно проникает во внутренность и разделяет. It goes into depth and separates. Это же больно. It's painful. Это не любовь. It's not love. Нет, это любовь. No, it is love. Это любовь. Вы посмотрите, я вам буду зачитывать некоторые места из Писания, как Иисус говорил. I'll read you a few scriptures about what Jesus said. Еще раз повторяю, я хочу, чтобы вы поменяли стереотип любви. I want you to understand Любовь Божья change the stereotype of God's love. Истина. God's love is true. Не то, как человек ее представляет. It's not the way people imagine it. Посмотрите, как Look, Иисус говорит. Jesus said, у Матфея записано 10:34-36. Matthew 10, verses 34-36. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Do not think I came to bring peace on earth.
Не мир пришел я принести, но меч. I did not come to bring the peace, but a sword. Ибо я пришел разделить человека с отцом его. For I have come to set a man against his father. И дочь с матерью ее. A daughter against the mother. И невестку со свекровью ее. A daughter-in-law against a mother-in-law. И враги человеку домашнего. And a man's enemies will be those in his own household. Это что, любовь? Is it love? Это он такую любовь принес? That's the love that he brought? Да, любовь. It is. И это любовь. Если мы будем это разбирать, if we study мы this, увидим, в чем любовь. We'll see why this is love. И он не просто так сказал. He didn't just say it in vain. Он отделяет свое. He explains. Не просто пришел, чтобы разделить и сделать у вас вражду в домах. He didn't come just to put people to fight against each other. Это избрание. He's choosing. Он пришел, чтобы отделить свое. He came to separate his от own. Того, что в этом мире так и осталось. From what's in this world. Это любовь. This is love. Иоанна 8:44. John 8, verse 44. Он говорит к фарисеям. He speaks to Pharisees. Ваш отец дьявол. You are of your father, вы the devil. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Desires of your fathers you want to do. Как по-вашему они увидели в этих словах любовь? Do you think Pharisees saw love in this world? Я не думаю. I don't think so. Но зачем он это сказал? Why did he say that? Чтобы они покаялись. For them to repent. Чтобы они увидели и не уповали на свою праведность. For them to see and not rely on their righteousness. А если промолчим, чтобы не обидеть? And if you silence, so you don't offend them. Они же так и будут думать, что они праведники. They will think they're righteous. Они же погибнут. They will fall. Следующее место говорится, опять он обращается к ним и говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! The other verse, woe to you, Jesus says, scribes and Pharisees, hypocrites! Что уподобляетесь окрашенным гробам! For you like whitewashed tombs. Вы представляете такое вам сказать? Can you imagine to hear these words? Которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых. Which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones. И всякой нечистоты. And all uncleanness. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведниками. Even so you outwardly appear righteous to men. А внутри исполнены лицемерия и беззакония. But inside of you full of hypocrisy and lawlessness. Ну не надо судить, да? Don't judge. А тогда как ты узнаешь свои грехи? How would you know your sins? А тогда как ты увидишь себя? How would you see yourself? Иисус что это сказал? Потому что их не любит? Jesus said because he didn't love them. What do you think? Потому что любит. But because he loved them. Когда не любишь, ты промолчи. When you don't love, you're silent. Ты лишь бы ты хорошо выглядел. Just you look good. Ну, мало ли, что он погибает. Это его выбор. Некоторые так говорят. Это его выбор. So what if he dies? It's his choice. Let him die. Но любовь не пройдет мимо ошибок. But love cannot pass by mistakes. Любовь говорит: вот как вы выглядите, как гробы окрашены. Вы что? Love says you are like whitewashed tombs. Вас ждет горе. Woes to you. А вы надеетесь на то, что вы фарисеи, то, что вы учителя? You rely on the fact that you're Pharisees and teachers. Но вы слепые, поведете слепых. But куда? You're blind, leading the blind into the death. Это любовь. This is love. Любовь обличает. Jesus rebukes. Для чего? For what? Для того, чтобы спасти. In order to save. Еще следующее место. Another scripture. Когда сказал один из призванных, можно я похороню своего отца? One of the followers, future followers, said to Jesus, "Can I bury my father?" Иисус сказал, нет, пусть мертвые хоронят мертвецов своих. And Jesus said, "No, let the dead bury their own dead." Тоже любовь. It's love. Вы понимаете, любовь бывает такая, что мы ее не всегда понимаем. Love can be sometimes we don't understand it. Иисус сказал, если кто приходит ко мне и не возненавидит. Jesus said, if anyone comes to me and does not hate, мы с вами знаем, что имелось в виду. We know what it means. Он сказал душевное и даже души своей до смерти. You told about the things of the soul and his own soul. Недостоин меня. Is not worthy of это me. Это любовь. This is love. Он хочет видеть в царстве. He wants to see you in он kingdom. Он хочет видеть нас в царстве. He wants to see us он in the kingdom. Он хочет видеть нас в спасении. Он пришел для того, чтобы привести в спасение и не только he от царства. To bring us into the salvation, not just but also into the kingdom. Это далеко не все примеры. Я немножко привела пример. These are just a few examples. Иоанн Креститель тоже говорил очень строго. Jesus the Baptist, John the Baptist also said very strict words. Почему? Why? Это тоже любовь. It's also love. Любовь, она строгая. It's a strict thing. Но она к спасению строгая. But it's for salvation. Она к спасению. Можно убаюкивать церковь. You can put the church to bed. Это легче всего. It's easy. И я могла бы вас только убаюкивать, чтобы вы были счастливы, сидели, веселились. And I can sing you beautiful words for you to be happy. Но куда потом? But what after? Куда потом пойдете? Вы знаете, я однажды в молодости еще слышала такой рассказик. Heard a story. Христианский. A Christian это пример story. Был такой, как притча. As an example, like a parable.
Любовь ли это? Is that love? Вот представляете, едет веселая компания в поезде. Can you imagine a great company of people in the train? Сидят в кафе, в купе. They're sitting in the радостные, compartment, rejoicing. Чай пьют, веселятся, шутят друг с другом, singing, песни поют. Singing, joking with each other. Один заглянул в первый там, прошел первый вагон и заглянул и увидел, впереди дорога поломана, идут в пропасть, поезд едет. And the, one of them went to the head of the train and saw that the rail track is broken and they're going to the cliff. И он подумал, если я сейчас им скажу, я же нарушу их покой. And he thought, if I tell them, I'll disrupt their peace. Так хорошо, так весело, вдруг я сейчас скажу, паника начнется. If I tell them, they'll panic. Настроение испортится. They'll break their mood. Так что лучше промолчать? Is it better to be silent? Чтобы они спокойненько, тихенько и в пропасть. For them comfortably going to the cliff? Или начать кричать? Опомнитесь, мы катимся. Or start screaming, like, think, where are you going? Я думаю, что вернее и правильнее, и любовь это начнет кричать, правда? And I think more correct for the love to start. Чтобы не попали в пропасть. Shouting and saving people for them not to fall in the cliff. Все эти примеры я вкладываю в сердце свое. All these examples I put in my heart. Потому что я вижу, что правильно, что нет. Because I see what's right, what's wrong. Что является любовью. What is love? Я вижу по примерам, как поступал Иисус и как говорил, это любовь. I see an example that Jesus was saying that it is love. Это любовь обращается к народу. Love speaks to the people. Любовь хочет спасения. Love wants salvation. Я могу даже сказать, помните, как мы прочитали до ревности? Люта, как преисподняя. Love is zealous as death. Вот она, любовь. That's what it is. Он до ревности возлюбил. He is zealous. Написано, Бог до ревности любит дух, живущий в нас. God zealously loves the spirit that's within us. Читали это место? You read the scripture? Не сказано плоть нашу. It doesn't say I love our flesh. Это мы любим нашу плоть. We love our flesh. Мы за нее во всем ухаживаем. We care for it too much. А он не плоть любит. He doesn't love the flesh. Потому что он знает, что это все равно идет в землю. He knows the flesh goes into the ground. Человек тратит все свое время на то, что идет в землю. Men spend all their time to the things that go into the earth eventually. Написано, он любит Дух живущий. But he loves the spirit. Поэтому все построено на то, чтобы дух спасти. Everything is made for to save the spirit. И любовь делает все, чтобы спасти то, что внутри человека. And love does everything to save what's inside the person. И очищает плоть, очищает, освобождает от чего? Вот вы знаете. Cleanses and delivers and saves from what? Мы сейчас пели, когда прославляли. As we were singing the song. Я вдруг вот резко ощутила, что внутри меня дух. I really felt the spirit within me. Как бабочка хочет вылезти из кокона. As a butterfly wants to come out of cocoon. Тут сжимает все, мешает. Everything is struggling inside. Хочет выпорхнуть. I want to fly out. Вот это любит Бог, вот то, что хочет выпорхнуть. That's what God loves, that thing that wants to fly out. Наш дух любит Бог. God loves our spirit. До ревности. Zealously. Поэтому он обличает плоть, которая мешает духу That's развиваться. He rebukes the flesh that stops the spirit from developing. Вы знаете, были моменты, когда Иисус говорил им истину. There were moments when Jesus spoke truth. Они соблазнялись. And people were offended. Соблазнялись истиной. They were offended by the truth. Я вспомнила слова, когда было сказано: «Блажен, кто не соблазнится им». I remember the words that says, "Blessed are those who are not offended by him." Да, они соблазнились. Слушая истину. They were offended by hearing the truth. Но когда ему пришли ученики и сказали: Иисус, ты знаешь, они соблазнились то, что ты говоришь. And disciples came to Jesus and said, these people are offended by what you're saying. Что бы сделал проповедник сегодняшний? What a preacher today would do? Взять меня в пример. For example, если бы мне пришли и сказали: Тая, то, что ты сейчас сказала, вот они соблазнились. If people come to me and say, Тая, what you said, people are offended by that. Я бы начала переживать. I'll start to worry. Вы меня не так поняли. You misunderstood me. Знаете, и начала бы как-то как оправдание искать своим словам. Try to justify my words. Иисус не искал. Jesus didn't do that. Знаете, что такое истина? You know what's truth? Он не искал. He didn't seek. Кто соблазнился? Who is offended? Кому это не понравилось? Who didn't like it? Он очень хорошо добавил. He added really well. Поэтому посмотрите, когда ученики пришли ему и сказали, фарисеи, услышав слова сии, соблазнились. When disciples came and said, then the disciples came and said, do you know that the Pharisees were offended when they heard you this saying? Он же сказал в ответ. He answered and said. Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, every plant which my Father, Heavenly Father has not planted, искоренится. Will be uprooted. Оставьте их. Let them alone. Они слепые, вожди слепых. They are blind leaders of the blind. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. And if the blind leads the blind, both will fall into the ditch. Представляете? Can you imagine? Вот то,
что не подвергается ни лукавству, ни лицемерию. It's not subject to hypocrisy or double-facedness. Это любовь Бога. It's God's love. Любовь Божья. God's love. И Он призывает любить истину. And it's calling us to love the truth. Истина бескомпромиссна. Truth without compromise. Мы с вами можем идти на компромисс еще пока. К стыду говорю. We can compromise to our own shame. Боясь обидеть. Afraid to offend. Мы умеем идти на компромисс. We can compromise. Начинать оправдываться, лицемерить. Justifying ourselves or being hypocritical. Правильно ли это? Is it true? Это ли любовь? Is it right? Is it love? Вот мы видим примеры любви. We see examples of love. Мы не должны бояться. We must not afraid. Что человек скажет в тебе нет любви. A person will say you have no love to Тот, you. Кто не познает истину. If you do not know the truth. Он так может сказать. You can say that. Но в ком Дух Божий, Он же свидетельствует, как сказал Иисус. Узнайте. But if you have a spirit of God, the bear is witness, as Jesus said. То, что я говорю, не я говорю. What Отец I say is, говорит, what узнайте. What I say is not what I say, but it's the Father. You will recognize that. Это от Бога или нет? Узнайте. Is it from God or not? You will а recognize. Как можно узнать? How can we recognize? Духом. By the Spirit. Духом можно узнать. Can you recognize through the Spirit? Те, которые имеют Дух Божий, конечно, узнают. Those who have the Spirit of God, they will recognize. Поэтому Павел сказал, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Paul said, I'm not looking to please, am I looking to please man or God? Людям ли угождать стараюсь? I'm persuade man or God. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. For if I still pleased man, I would not be bondservant of Christ. Имел ли Павел любовь, как вы Did думаете? Did Paul have love? What do you think? Ну надо же тогда угождать людям. But I have to please man. Любовь должна угождать? Love must please. Нет, она должна служить. No, it must serve. Должна служить ко спасению. Serve for salvation. Вот что хочу, чтобы вы поняли, любовь должна служить ко спасению. That's what I want to understand. Love needs to serve for salvation. Чтобы они хорошо сказали. Not just to please man for people to say good things about you. Ну, нельзя принимать за любовь ласкательные слова. Do not accept kind words for love. Приятность. Just нельзя. Kind flattery. Узнавайте любовь Божью. Recognize как сказали апостолы, что они узнали любовь и поверили в нее. Apostles said they recognized love and believed in it. Лесть. Она умеет красиво говорить. Flattery can say nice words. Она умеет показывать чувства. It can show feelings. Лесть. И человек может попасться на лесть. And people can be caught out by flattery. Знаете, как я хочу, чтобы вы знали истину. I really want you to know the truth. А истина это наш Господь. Truth is our Lord. Как я хочу, чтобы вы настолько знали истину. I want you to know the truth so well. Чтобы вы слышали. Что это Дух говорит, что это слова Божьи. The words of the Spirit, the words of God, these чтобы are. Это вас не обижало, даже когда слезы катятся. For it not to offend you, even when you have tears. Чтобы вы видели, что это любовь к вам. For you to see this is love to что you. Настолько Бог любит вас, God loves you so much, что хочет вас совершить. He wants to perfect Если you. Вы впустите в себя любовь Божью, она начнет работать. If you allow God's love into you, it will start to work. Она начнет приводить вас в совершенство. It will bring you into perfection. И как? How? Я показала вам, Иисус был послан любовь. Jesus was sent as love. И как Он приводил в совершенство, в первую очередь обличал. How did you bring people into perfection? He rebuked them. Никогда не приведешь никого в совершенство, если не будешь обличать. You can never bring anyone into perfection without rebuke. То есть, если не покажешь на ошибки. If you do not show them their mistakes. Мы, как я вам и говорила, мы не видим своих ошибок. As I say, we do not see our mistakes. Но, к сожалению, в последнее время будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, говорит Павел. But Paul says that people will choose teachers who will flatter their ears. И со временем первоапостольская церковь потихонечку изменилась. And with time, the first apostolic church has changed. Стала более льстивой. Became more flattery. Лояльной ко греху. Became more lenient towards Это sin. Это правильно, как вы считаете? Do you think it's правильно? A right thing? Я не считаю, что I это don't правильно. Think it's right. Исчезло понятие белого и черного, появилось серенькое. Lost the concept of white and black, but now they have a concept of gray. Но я хочу вам напомнить, что льстит слуху не всегда от Господа приятный Дух Божий. But what you hear, the flattery is not always coming from the Spirit of God. Что льстит слуху не всегда любовь Божья. It's not the God's love that always flattery. И что режет? Это не обязательно ненависть. And what cuts through sometimes, it's not always hatred. Большинство это любовь. Predominantly it's love. Это проявление любви. Manifestation of love.
как Павел и сказал, ибо Слово Божье живо и действенно. The word of God is living and powerful. И острее всякого меча боюдоострого. And sharper than any two-edged sword. Оно проникает до разделения души и духа. Piercing even to the division of soul and spirit. Составов и мозгов. And of joints and marrow. И что делает? Does what? Судит. Is a discerner. И судит помышления и намерения сердечные. Is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Это весьма болезненный процесс. It's a very painful process. Весьма болезненный. Very painful. Но я не представляю жить без этого процесса. I cannot imagine to live without this process. Когда некоторое время я это не слышу для себя. For some times I do not hear these things. Я честно вам говорю, я переживаю. I'm worried. Думаю, что случилось? What's я happened? Же знаю, что я человек еще далеко не совершенный. I'm far from being perfect. Я хочу слышать, я хочу видеть. I want to hear and see. Я хочу совершаться. I want to be perfected. Я понимаю, что это ко мне любовь Бога, I believe this is которая God's love, все время меня подправляет и обличает. That keeps rebuking and correcting me. Если вы так живете, я благословляю вас. And if you live like this, I'm blessing you. Пусть разделяет. May the, пусть divide, проникает. May sharp, пусть делается больно. May be painful. Но эта боль к добру. But this pain is for good. Разве Слово Бога не является любовью? Любовь. Isn't God's word love? It is. Но это меч. It's a sword. Понимаете? Это и есть любовь. It is love, которую послал Бог. That God have sent. Но я не говорю о грубостях. I'm not talking about rudeness. Я не говорю о дерзостях. I'm not talking about impudent words. О хамстве. Rudeness. Оскорблении. Offensive words. Если кто-то считает, что вот это любовь, ошибается. If people think that this is love, they're если wrong. Если кто-то говорит вот таким образом друг с другом и говорит, я тебя люблю потому-то, говорю, ошибаетесь. If people say I love you and I speak to you like this, they're wrong. Ни в коем случае. No way. Когда говорит Божья любовь, она обязательно для спасения. God's love always speaks for salvation. Она не будет обижать и оскорблять. It'll not offend you and be impudent towards you. Это большая разница, понимаете? It's a big difference. Если хочет человек оскорблять, обижать, оклеветать, if person wants to offend or slander, у него цель сделать больно, his purpose ранить, is to hurt you, унизить, to humiliate you. Это не любовь Божья. It's not God's love. Не любовь. It's not. Любовь Божья. Она хоть и меч, хоть и больно. God's love, it is sword, it's painful. Но ты чувствуешь, что хочет тебя вытащить, поправить, поставить. You feel that it wants to support you, bring you up and restore you. У Божьей любви есть только одна цель. God's love has only one purpose. Это спасти и привести в царство. Is to save you and bring you to the kingdom. А вот у некоторых, я имею в виду лукавых, постороннего лукавого дьявола есть другая цель. The wickedness and devil, they have different purpose. И для этого он не обязательно нападает. It doesn't always attack. Он не обязательно говорит так, чтобы ты понял, что это он. It doesn't always speak for you to realize it's him. Он может говорить в такой мягкой форме, а не грубой. Speak in such kind and soft form. Что ты можешь и не узнать. That you may not recognize. Поэтому я очень хочу. I really desire for you to recognize the voices, for you to know God's voice, never confuse, differentiate, read the scripture, go into the depth of the scripture, accept God's word. Когда вы будете знать нашего Господа, when you know God, когда вы поймете, что такое Его любовь, when you understand what is His love, тогда всякий лукавый голосочек вы отличите. Any wicked voice you'll recognize. Вы сразу знаете, что в корне это не любовь. You'll know in root it's not love. Это вас ведет и потакает вам. It leads you and и покрывает ваши погрешности. And lenient toward your sins and, для того, чтобы вас погубить. In order to destroy you. Не принимайте такое. Do not accept that. Лучше та любовь, которую говорит Господь, которую являет Господь. The love that God speaks is so much better. Я очень вас призываю к этому. I'm calling you for that. Вот эта лицемерная любовь, она может привести нас к падению. Hypocritical love can bring us to a fall. К смерти. To death. Те, которые не отличают любви, попадаются в это. Do not recognize love. They fall into it. Но я хочу показать вам любовь Иисуса. I want to show you Jesus's love. Она настолько не только в словах, она в поступках. Понимаете, любовь, она в поступках. Мы должны наблюдать. It's not words, it's actions which we must see. Он настолько полюбил человечество. He loved the mankind so much. Созданный Богом мир, Отцом мир. The world that was created by the Father. Что Он свою жизнь отдал. He gave His life.
Поэтому он с такой ревностью говорил, потому что он свою жизнь отдал. That's why he speaks with such zeal, because he gave his own life. Он еще не был на кресте, но он уже отдал свою жизнь. He was not on the cross, but he already gave his life. Он уже с этим пришел. He came for that. Это его любовь. That's his love. Когда он решился на то, что пойду на крест. When he decided, I will go to the cross. Возьму все грехи мира на себя. I'll take all the sins of the world upon myself. Он уже показал любовь. He showed love. Поэтому он обличал, чтобы эта самая жертва и их коснулась. That's why he rebuked for their sacrifice to touch them as well. Смотрите, когда он стоял перед Синедрионом. Remember, he was standing before the council. И молчал. Его обвиняли, он молчал. He was silent. Его били, написано, плевали. They were spitting at him and hitting him. А он молчал. He was silent. Думаете, все понимали, почему? Do you think everyone understood why? А это любовь. It's love. Она терпела. It's patient. Матфея 26:67-68. Matthew 26, verses 67 to 68. Даже трудно представить себе. Написано, тогда плевали ему в лицо. It's hard to imagine. They spat in his face. Заушали. Вообще трудно представить такую картину. And beat him. It's заушали, so difficult. Убили. Представляете? It's so difficult to imagine. They beat him. Другие же ударяли его полонитом, по бокам били его. And others struck him with the palms. И говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя. Издевались. Saying, prophesy to us, Christ, who is the one who struck you? They were mocking him. В чем была любовь Иисуса? What was Jesus' love? Он молчал. He was silent. Он принимал оскорбления от тех, за кого шел умирать. He accepted the insults from those for whom he was going to die. Они на него нападают, а он за них идет умирать. Вот она, любовь, понимаете? They're attacking him, and he's going to die for them. Это не то, что просто ласкательно. This is love. It's not just kind words. Он жизнью явил любовь. He manifested love with his life. И кто заушал его с такой яростью, вы знаете? And do you know who was hitting him with such? Кто плевал ему в лицо, вы знаете? Who was spitting into his face? Именно те, кого он недавно обличал для спасения. The ones whom he'd been rebuking for their salvation. Потому что они не поняли любовь и обиделись. Because they did not understand love and were offended. Он хотел их вернуть в праведность. He wanted to bring them into salvation. Он показал им, что вы так пойдете в ад, вы так дети дьявола, надо меняться. Showing them that you are children of devil, you need to change. Но они соблазнились истиной. But they were offended by the truth. Соблазнились истинной любовью. Offended by the true love. И тут попался. And there he was. Вот there. Они с удовольствием заушали. And they were enjoying beating him. С удовольствием плевали. Enjoying spitting into him. Но любовь и это стерпела. But love was patient even there. Любовь и это пропустила. Love endured that. Он все равно за них умер. He still died for them. Вот эти поступки говорят о любви. These actions speak of love. Это не мимолетные чувства. It's not just momentarily feelings. Не посещение. Not just visitation. Не прикосновение. Not это любовь. A touch or sensation. It is love. Совершенная любовь. It is a perfect love. Которую мало кто понимает. Not many understand. Но она вот так проявляется. That's how it's manifested. И вы посмотрите на Стефана. Look at Stephen. Он тоже явил любовь. Он был исполнен любовью. He showed love. He was full of love. Могу сказать, что любовь до того совершенства в нем достигла. We can say that love was perfected in him. Что он во время того, как его побивали камнями, while he was stoned, уподобился Иисусу. He was like Jesus. Он их благословлял. He was blessing и ходатайствовал, прости их. And interceding for their forgiveness, как Иисус just like Jesus. Говорил, прости их, они не понимают, что делают. Saying, forgive them, they do not know вот what they're она любовь, понимаете? That is what она is может love. Обличать, и it, тебе больно, тебе не хочется. It can rebuke and you are hurt. Но она в это время за тебя жизнь отдает. But here it gives life for вот you. Что надо увидеть. That's what you need не to то, see. Что тебя обличили. Not the fact they've been rebuked. А то, что за тебя жизнь отдают, чтобы ты спасся. But life has been given for you to be saved. Это есть любовь. This is love. Она всегда ходатайствует. It always intercedes. Она всегда за тебя отдает жизнь. It always gives life for но you. Но она тебя будет обличать. But it will rebuke you. Она тебя будет поправлять. It will correct you. Для того, чтобы ты спасся. For you to be saved. Вот она. Не отвергайте такой любви. Do not deny such love. Не ищите чувствований. Do not seek feelings. Только лишь. Just feelings. Я сама люблю чувства, но не ищите только чувствований. The feelings and sensations, but not seek just them. Помните, что любовь не ищет своего. Remember, love does not seek its own. И вот так она проявляется, как Иисус, он не искал своего. That's how it's manifested. Jesus did not seek his own. Чтобы его признали, чтобы его любили. He did not seek for him to be known and loved. Чтобы его почитали. For him to be respected. Он просто пришел, чтобы спасти. He just came to save. Он исполнил то, на что был послан. He fulfilled what he was sent for.
Они искали лжесвидетелей против Иисуса. They were looking for false witnesses against Jesus. Чтобы осудить его. To condemn him. А он в это время за них отдавал жизнь. And he was giving his own life for them. Он принимал за них смерть, а они принимали лжесвидетелей. They were accepting the false witness. He was accepting death for them. You see the difference? И сегодня тоже такое может быть. Same thing can happen today. Кто-то будет лжесвидетельствовать, а другой будет отдавать жизнь. Somebody will bear false witness. The others will give their life for them. Вот это любовь. This is love. Она жертвенна. It is sacrificial. Она превосходящее понимание. It is above understanding. Я очень советую вам вот так любить. Really дайте место любви. Asking you and suggesting you to love like this and give пусть space to love. Пусть она приведет вас в совершенство. May it lead you into perfection. Пусть работает над вами. May it work in you. Но это будет больно. It will be painful. Потому что любовь разделяет. Love divides. Очищает, освобождает, режет. Separates and cuts through. Это любовь. It is love. Если что-то вас режет, это любовь. Cutting through you, it is love. Она отрезает, она разделяет, through, она высвобождает ваш дух, она приводит вас в совершенство. It brings you into perfection. И я вам очень советую. I'm really advising you. Совершенная любовь — это полное смирение. Perfect love is complete humbleness. Как наш Господь, Он полностью смирился. Our Lord, He humbled Himself fully. Смирился под руку Отца. Humbled Himself under the hand of the Father. И корень — это любовь для спасения. Love for и когда у вас появится желание спасать, we have desire to save, и вы тогда с любовью будете и обличать, быть может, you will with love, maybe rebuke, потому что вы не сможете пройти мимо, видеть человек погибнет, because you cannot go past the во грехах своих останется, the person will remain in their sins and will die. Но это не насмешка, but it's not mockery. Это не желание унизить, it's не желание возвысить себя, it's not desire to humiliate or raise above the other person. Это желание спасать, it's desire to save. Смотрите, как Иисус сказал Петру. Jesus said to Peter, Симон Ионин, любишь ли меня? Simon, son of Jonah, do you love me? Он три раза спросил, любишь ли меня? А цель была одна. He asked him three times with the same purpose. Разве ему так важно было, чтобы его любили? Is it important for him to be loved? Да. Ради этого он спросил, ну любишь ли ты меня? Ну скажи, любишь меня? Ну любишь меня, как мы любим, love да? Me, love me. Do you love me? Меня I want to hear you saying you love me. Он сказал, если любишь меня, паси овец. He said, if you love me, look after my sheep. Только если любишь Господа, only if you love the Lord, паси овец моих. Feed my sheep. Почему? Why? Потому что любовь приведет тебя к совершенству. Love will bring you to perfection. И тогда ты сможешь именно этой любовью пасти. And then you will be able to feed the sheep with that love. Не господствуя, not ruling, не стебая, not hitting them. А являть but жертвенную любовь. Show sacrificial love. Поэтому он ему сказал, если любишь меня, he said, if you love me, тогда паси овец моих. Feed my sheep. Вот я призываю вас к такой любви, I'm calling you to such love, чтобы ваша любовь, которую Бог вам дал, не ваша душевная, for она никогда не придет в совершенство. Love that God has given you, not the love of your soul, но любовь, которую вы имеете от Бога, the love that you have from God, чтобы она привела вас к совершенству. For it to bring you into perfection. Дайте ей место в себе. Give it space within you. Не бойтесь ее. Do not be afraid. Молитесь об этом. Pray about this. Господь, я хочу быть совершенным. Lord, I want to be perfect. Я позволяю тебе. I'm allowing you. Говори, как ты желаешь, делай, что ты желаешь. Speak like you desire. Соверши do what you desire. Меня. Perfect соверши, me. Perfect чтобы я был совершенным. For me to be perfect. Для всякого доброго дела. For any good work. Пригодным. Я вас на это благословляю. I'm blessing you for this.